Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам расскажу, как изменилась жизнь пацанок 4 сезона после проекта. А вы мне напишите в комментариях, согласны ли вы с победой Жени Мазур. Вика Кашутина после проекта нашла студию, где планирует записывать свои песни. По ее словам, она сомневается, будут ее песни нравиться, но в данный момент для нее главное – это возможность легально зарабатывать и реализоваться в жизни. Старается в каждой ситуации находить плюсы, работает над внешностью и, наконец, избавилась от мыслей о суициде. Перестала употреблять наркотики и наладила отношения с родителями. А вот Сабина ушла с проекта добровольно. Хотя существует версия, что она испугалась угроз от других участниц, сама девушка говорит, что приняла такое решение самостоятельно, поскольку поняла, что и сама может справиться с проблемами в жизни. Сейчас девушка завела свой YouTube-канал, где раскрывает правду о проекте. Прекратила употреблять наркотики, занимается пением, играет на гитаре и пишет стихи. Планирует работать на заводе. Недавно выложила фотографию со своей девушкой Юлией, которая является блогером и ведет свою страничку в Инстаграм. Влада Роговенко после проекта познакомилась с парнем по имени Саша, с которым у них начались серьезные отношения. Немного позже девушка забеременела и надеялась, что родит девочку. Однако будет мальчик. Влада сейчас на 5-м месяце, а рожать ей придется в сентябре. По ее словам, ребенок желанный. Саша моряк и скоро уходит в очередной рейс на несколько месяцев. А потом, первое время после рождения, Влада будет заниматься ребенком одна. Но девушка старается не грустить и ищет плюсы даже в этой ситуации. Конечно же, плюсы есть. Будет ребеночек. Катя Устинова после проекта бросила вредные привычки. Перестала употреблять алкоголь. Планирует уехать в Грецию и работать там в магазине своей подруги. Кроме того, хочет закончить обучение. С отчимом и сестрой не общается и налаживать отношения с ними не спешит. Маша, предположительно, продолжает заниматься танцами, а именно стриптизом. Однако подтверждения этому нет. Когда девушка покинула проект, она сообщила, что гордится своей работой и менять ее не собирается. О других пацанках я вам расскажу в следующем видео, а вы мне напишите в комментариях, согласны ли вы с победой Жени Мазур. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!